На Абакане полиция ликвидировала наркопритон. Когда в квартиру нагрянули полицейские, в притоне находились двое мужчин. Оба они употребляли опасный наркотик – дезаморфин. Вы скажите, пожалуйста, вы давно употребляете? Полгода употребляю. Полгода дезаморфин, да? Да. А в наркологии не бывали, не пытались лечиться? Ну, я состою на учете. Они мне таблетки выписали. А вы начинали с каких-то других, да, наверное, наркотических средств? Я курил давно. А вообще, когда после марихуаны вы начали употреблять дезаморфин, вы знаете, да, что там привыкание с первого раза в течение полутора лет организм, в принципе, погибает? Да, слышал. То есть, несмотря на это, все равно. А почему, как думаете? Я не знаю даже. Это хозяин квартиры, 40-летний житель Абакана. За организацию наркопритона ему грозит до 4 лет лишения свободы, 36-летнему гостю до 3 лет.